На Ямале началась единая неделя приема граждан. Единороссы задействовали общественные приемные партии, а также организовали 287 дополнительных площадок в городах, районах, отдаленных поселениях, факториях и оленеводческих бригадах. Всего будет проведено 450 приемов граждан. Программа капитального ремонта 2018 года на стадии завершения. По данным регионального фонда, в 211 многоквартирных домах капремонт завершен. Всего же запланировано проведение ремонта в 224 многоквартирных домах, в которых проживает 38 424 человека. В Новом Уренгое прошел семинар для судей, нюансы, о которых не пишут в учебниках, обсуждали знатоки правил игры в настольный теннис. Встреча позволит повысить уровень образования и квалификацию судей. В Новом Уренгое 25 специализированных рефери.